Приморье после масштабной реконструкции открыли монумент «Штурмовые ночи Спасска» легендарного памятника героям-красноармейцам, участникам гражданской войны. При поддержке губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяка было выделено финансирование, и мы в этом году реализовали такой мощный исторический проект для нашего Спасска. Я считаю, что это реально важно, это история. И если не будем мы помнить и сохранять историю, естественно, у нас и не будет никакого будущего. В мероприятии приняли участие представители молодежных и общественных организаций, школьники, волонтеры, жители Спасска Дальнего. Монумент увековечили теперь в скульптурной группе из бронзы. Именно здесь, в 1922 году, произошло одно из крупнейших сражений заключительной части гражданской войны, в честь которого написали песню «По долинам и по взгорьям». Хожу сюда каждый день, ну, смотреть, как идут работы. И всякий раз, поднимая голову, я испытываю, ну, некоторое благоговение, потому что вот такое произведение монументального искусства в нашем городе, мне кажется, ну, вот для меня это что-то невероятное после железобетонной скульптуры, которая разрушалась. Поэтому, конечно, восхищение. Напомню, в 2022 году за счет средств краевой государственной программы в 7 муниципальных образованиях края были проведены работы по ремонту и благоустройству 40 воинских захоронений. Анна Дьякова, новости на 8.